общем, всем привет. С вами Читер 00. И сегодня, да, я вам покажу свою локацию в Майнкрафт. Вот. Тут я взрывал мемного Амогуса официала своим мега-супер луком. Тут я этого Амогуса взорвал. Короче, тут я собираюсь крутое новое видео делать. Может, потом на канале Антимемный Нацист посмотрите. Тут я уже снял видео, выложил как раз-таки. Тут база у меня находится. В общем, сейчас знаете, что будем делать? Мы с вами сейчас возьмем и будем делать антибиноча. Потом его тоже подорвем. Это так, небольшой спойлер. Начнем, конечно, с красного цвета. Вообще, я сначала все лучше красным поставлю. Потому что, как бы, главный цвет там красный. С другими потом разберемся. Вроде высота флага нормальная. Так, корова, не мешай тут. Так, значит, мы вот так вот строим. Если что, ребята, да, извините, что видео давно не выходили на этом канале. Но, ребят, теперь я официально мемный. Да, я вхожу теперь в состав мемных каналов. Теперь тоже разные мемчики снимать буду. Или... Что я там сейчас увидел? Там реально деревня какая-то. Я даже не знал, что с моей локацией деревни есть. Ладно, на деревню насрать, честно. Это все равно не деревня Хатыни. В той деревне я еще ни разу не была, а вот в Хатыни там еще мы должны много видео снять. И, кстати, почему я переименовался в Читерскую Федерацию? Ну, сейчас знаете. Игры не настолько популярны, сейчас более популярны всякие мемчики, лица там. Короче, вот я решил переименоваться в Читерскую Федерацию. А с вопросом, почему у меня стоит белорусский флаг в названии, то... Сейчас идут споры. Некоторые ставят на название своего канала украинский флаг, русский. Я решил не тот не ставить, потому что не хочу никого обидеть. Лучше вообще, чтобы обиделись двое, а не один. Как бы выставлять одного выше другого. Вот решил Беларусь похвалить. Так, знаете теперь, что нам нужно? Сейчас я остановлюсь. Так, я взял белый цвет. Теперь, знаете, нужно как-нибудь посмотреть, как бы поставить тут 4 блока. Должно быть тоже 4. 2, 3, 4. Значит, тут. А, блин, тут 3. Короче, пофиг. Теперь мы делаем так. Ой. А, да, все правильно. Напоминаю, что Антибиныч очень плохой канал. Никогда на него не подписывайтесь. Лучше подписывайтесь на Биныча и на этот канал, а еще... Подпишитесь на канал Антимемный Нацист Официал. Это мой еще один канал. И, кстати, хотите интересный факт? Он был создан всего неделю назад. И как вы думаете, сколько на нем подписчиков? 43. Да, мы 40 подписчиков на этом канале. Вот на этом. Читерская Федерация, раньше называвшаяся Читер 00. Мы набивали тут несколько месяцев 40 подписчиков. А тут за неделю. Офигеть, короче. Вот почему это не работает с основным аккаунтом? Почему это с этим не работает? Так, ладно, у нас уже четвертый... Ой, черный свет. Цвет. Так, знаете, что тут придется сделать? Тут придется сделать так. Так, так и так. Вот тут будет находиться очень плохой знак. Если кто знает историю,
И знает года 1939-1945. Тут уже догадывается, о чем я говорю. Не, это не тупо флаг. Это не пропаганда YouTube. Это все компьютерная графика. Никто ничего не поддерживает. Это просто... просто логотип канала Антибиныч. Ну что ж. Вроде как достроили. Теперь придется взять черный цвет. И начать. Да. Короче, чтобы YouTube не забанил, я решил сделать так. Да и вообще, просто как бы туда вот этот знак не вмещается. А теперь мы должны здесь нарисовать Бина. Мистер Бин. Кто смотрел мультик, тот знает, кто такой мистер Бин. Вроде все нужные цвета взял, но теперь нужно лечь спать. Так, я все нужные цвета взял, теперь знаете, что осталось? Теперь осталось сделать Бина официала. Слушайте, вот такого цвета бежевого, как костюм Бина официала не было, к сожалению, в Майнкрафте. Поэтому придется использовать цвет вот этой штуки. И сразу не оскорбляйте меня за то, что я так убого сделал мистера Бина. Потому что я не профессионал рисовать в Майнкрафте. И в жизни у меня это не особо получается. Так. Отлично, голова размеров 3 блока. Ладно, нужно расширить голову, точнее... тело само, потому что голова в 3 блока это совершенно не дело. Вот так. Теперь слишком жирная голова. Ну ладно. Опа, 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 па. Какая-то дичь пока получается, но это, знаете, только начало. Так, теперь знаете, что мы сделаем? Вот так. Ой. Кажется, я, кажется, придумал, чтобы все было нормально. Да, блин. Если у меня запись оборвется, то конструкцию буду делать не сегодня, а завтра. Что, возможно, завтра я выпущу видео, как я взрываю мистера антимистера Биныча. Короче, антибиныча. Как вроде у него черные глаза, я не помню. И давайте его волосы сделаем. Да, я убого, конечно. Убого очень нарисовал мистера Бина. Сами цените. Ладно, знаете, нам лучше взять другой цвет глаз. Пусть будет зеленый. Если у него не зеленый, пофиг, у него же. Подождите, у него усы есть или нет? Подождите. Не, у него усов нет, поэтому. Ай, да ладно, пусть остается зеленый. Я зато сделаю так, так и все. Какая-то дамочка у нас готова. Не, я не хейтер мистера Бина. Я просто удивляюсь со своей работы, которую я сделал. Ладно. Так, теперь сделаем такус. Такус. Бурит. То. Да. Недоразумение. Все. Это идеальная картина. Так, скриншот.
Настоящий Гитлер, ё-моё. Капец вообще, да? Что я построил? Короче, теперь знаете, что сделаем? Нам нужно взять воронку и наставить очень много воронок. И знаете, где-нибудь это... О, вот тут сделать. Потому что нам нужно складировать наши все ненужные вещи. Как вы понимаете, в этом видео будет много... Ой. В этом мире будет много видео. Поэтому кидаем воронки наши вещи. Даже воронку кидаем в воронку. Вроде все. Вот тут два. Вот тут полная. Нифига, нифига. Вот тут три. Нифига, нифига. Нифига, нифига. Нифига, нифига. Ну, понятно, что в самых дальних ничего нету.